противника идут с улицы! Где... Так, на операционную базу напали уголовники. Сколько их, мы не знаем, хотя, судя по всему, лидера у них нет. Но у ОТГ слишком мало людей. Их командир пытается выбраться из-под огня, у них больные, раненые. Твоя главная задача — отбить базу. Дальше по обстоятельствам. Следите за объявлениями и соблюдайте указания медицинских специалистов, чтобы защитить себя, свою семью и окружающих. Вы глазам своим не поверите. Зачем применять силу? Я же тебе не враг. Я не ожидала. Правда. Надо стрелять. Ну не надо, успокойся. Осторожней. Драться я не буду. Внимание! Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом! Из малого калибра! Это мародеры! Всем бойцам ОТГ! Прием! Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты.
так их. Старайся убивать. Старайся убивать их издали. Внимание! К вам приближается противник! Приближается противник! Отличный выстрел! Пламя им, и они побегут! Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Спасибо, это было очень вовремя. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Диспетчер, говорит агент Фейлау, я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности, директива 51. Операция «Ответ», второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Это очень благородно. В чем дело? Как оно? Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43? Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью посылать! Гоните их сюда! Бостер, прикрываешь на лестнице! Мартинес, отходи с фланга! Давайте, давайте! Подъем!
толпой нападаете. Черт! Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай.